Замечательное море в Каргджаке. Я все ближе двигаюсь к отелю Утопия Ворд. Когда-нибудь доберусь до него. Сейчас вот Канак Бич Парк. Классные пляжи, короче, идут, начиная с начала Каргджака. И вы можете тупо идти по всему берегу и просто останавливаться и купаться там, где вам понравится. Есть много мест таких, где можно подъехать машинами. Вот одно из них, допустим, бесплатное. Там есть места, такие кафешки, где павлины ходят. Тоже можете заехать на машине, но там, конечно, в кафешке нужно будет что-то взять вам. И там классные, там переодевалки такие со светом, такие цивильные, вообще суперские просто условия. Здесь вот клуб Титан, это, я не знаю, отель, не отель. Смотрите, тут апартаменты такие классные. Вот это вот, наверное, вот самое вообще лучшее место по морю, где можно жить в Алании. Это Каргджак, Мигрос Джет там есть, вот отель Дин Лер, 5 звезд. Вроде Канак вот этим принадлежит, вот это все. Но никто вас отсюда не выгонит. Вообще вы можете на абсолютно любом пляже, даже отельном пляже, приходить и купаться спокойно. Вообще обожаю Каргджак. Тут своя атмосфера. Самое лучшее море во всех районах Алании, наверное, именно здесь. Уже темнеет. Ого-го, мостик. Вон там лифт вроде есть. Я испугался мостика. На ту сторону нужно перейти. Это уже вот практически вот, вы видите, вот Утопия уже, вот она. То есть еще один рывок, в следующий раз я уже. Просто пораньше нужно. Я дойду до нее. Family Beach, кафе, бар. Сюда тоже можно машиной заехать. Да, шикарные реально места. Просто шикарные, роскошные кафешки здесь. Вообще супер просто. Кто в Алании сидит в отелях, где особенно вот, ну, в центре, от первого пляжа и до района Оба, там практически нет там нормального моря, но разве что в Оба там уже где-нибудь и перед Оба. После Вайтенд Вайт, а до этого, до Вайтенд Вайт там просто купаться невозможно. Смотрю, мне людей жалко, которые там сидят, привязанные к отелям. Отвяжитесь от отеля и приедьте в Каргджак, погуляйте. Да, вот там бы я с удовольствием квартиру снимал бы и вообще купил бы с радостью. Каргджак — это вообще сказка. Это не Махмутлар уже, поверьте. Тут уже реально совсем все по-другому. Особенно для тех, кто Махмутлар вообще не признает. Думаю, здесь вам понравится. И немноголюдно, как вы видите. То есть вообще практически никого нет. Вон с колясочкой поехали, вон с колясочкой. Тут тихо, спокойно. Чуть-чуть туда, вон там природа уже. Классно здесь. Не зря Утопия считается лучшим отелем. Не только как отель, а по морю тоже прежде всего. Потому что море здесь реально просто бомбическое. Блин, а тут лифта нет на этот мост. Ёпарасете. Где ж найти переход? Тут сетка везде. Ё-моё. Казалось, что там лифт есть, на мост нету. Не предусмотрено, как в Канаклы. Интересно, есть там переход или нет. Теоретически он, по-моему, нарисован. Хочу я лезть на это. Конечно, тут что ли автобусы. Хотя теоретически должен до Утопии доезжать вроде как. Давайте на море посмотрим. Тут вид сейчас потрясающе открывается. Правда, темно уже. Махмутлар, Каргджак, да, здесь стоит автобус. Чудо, топишь, вроде должен доезжать.
Махмутлар вот реально проезжаю, мне смешно просто. Я вот смотрю, вот эти вот где заходы в море, знаете, через камни идут, как в проруби зимой купаться. Блин, положили лестницу железную, и люди идут по камням, по берегу идут, заходят в море по железной лестнице. Ну, извините, у меня это кроме смеха ничего не вызывает. Если кто-то этим восхищается, люди, то... Мне вас жалко. А есть одно там какое-то вообще пирс с железными воротами, короче, на входе. Ну, это вообще трэш какой-то. Махмутлар, да, блин, ух, как тут красиво. Смотрите, с высоты. Тут уже вот идет, знаете, атмосфера Газипаша, Акуджалар. То есть, как бы, в Алании такого особо нет. Вот это, наверное, единственное место в Алании, где, вы видите, начинаются такие камши. Блин, тут когда-то даже лестница была, ничего себе. В это место приду обязательно днем. Я тут впервые, я ж не знал просто, что здесь такие красоты. Смотрите, тут что-то было. Может быть, когда-то была какая-то, типа, лестница. Осталось пару ступенек. Места потрясающие. Смотрите, уже камни. Тут кому-то это Крым напомнит, кому-то там еще что-то. Смотрите, какое море офигенное. Тут сверху все как на ладони, вся Алания. Вот она, все районы. Вон крепость, там маяк. Вот там, где мой палец примерно. Какая красотища. Приду сюда днем обязательно как-нибудь. Шикарное место. Скалы, камни такие. Боюсь туда остановиться. Ну, когда-то что-то реально здесь было, типа ступенек, не исключаю, куда они вели. Может быть, даже спуск в воде был, я не знаю. И там вот, как там называется, на А, отель какой-то, Атлас, Атланта, забыл. Вот у него тоже там, видите, камушки такие. Интересно мне посмотреть, какой пляж Утопия Ворд еще, обойти ее там, где можно везде, обязательно туда попаду как-нибудь. Так что, кто любит камушки, вам сюда. Можете здесь поплавать, вот на этот островок сплавать. Такое вот интересное место нашел. Каргиджаки, однако. Класс. Что за звук? Слышали? Что-то интересное было. Короче, люди, кто едет отдыхать в Аланию, и у вас отели предлагают вам в Каргиджак, соглашайтесь с радостью. Единственное, что на первой линии, вот с человеком недавно общался, он жил в класс-хотел этом аланийском, или фест-класс, как он называется. Он сказал, что шумно, потому что дороги, машины ездят. А так вообще супер здесь. Или апартаменты кто-то, может, снимает. Или вот эти вот Канак Конструкшн, вот эти вот все, что вы видите. Сиа Сайт, он большущий. Достаточно много здесь жилья, я думаю, на сдачу. Ну, просто знаете, что по морю Каргиджак, это для меня это лучшее лично, что есть в Алании. Классно еще в Акуджаларе, да, но там свои минусы есть. Это очень далеко от Алании. Здесь вы сели, и через полчаса вы в центре Алании. А Акуджалар — это уже далековато, и к морю там спускаться сверху и подниматься достаточно тяжело. Там большой крутой спуск именно к морю. Так, идем искать таки. Я вам скажу, есть там переход или нет. Атланта Хотел. Вот Атланта Хотел, это вроде бы не пятерка, судя по виду. 4, скорее всего. Не знаю, люди, какой там сервис, но я думаю, по-любому это Атланта в разы дешевле Утопии. И думаю, что стоит в нее ехать. Если для вас на первом месте море стоит, тогда стоит. Если сервис, то не знаю, тогда изучайте. Да, есть там переход, разворот для машин есть. Смотрите, сколько здесь еще строится, много всего. Темно уже, но интересно, вы сейчас видите даже светлее, чем я это все вижу. Такая вот особенность ночной съемки этого фотика классного. Очень много домов здесь. Очень много еще недостроенных. Супер, конечно. Блин, Марина, если это видео посмотришь, а скажи ко мне, а ты была в Каргиджаке вообще? А вот тебе здесь предлагали квартиры? Все-таки Авсалар далеко. А здесь вот тоже для уединения и спокойствия, но ближе гораздо к центру. Блин, вот тут бы реально я бы хотел бы жить. Вот что тут происходит. А тут тоже, смотрите, какой пляжик классный. Ух ты.
Здесь вот между камней прям обязательно сюда приду. Смотрите, какой заход на него интересный. Такие места открываются к концу лета, вернее, уже лето закончилось. Смотрите, какой этот спуск. И между камней... Смотрите, какая красота. Вообще просто заливчик, да, там камушки, там можно покупаться среди камней. Здесь вот такой вот нормальный вход, там, наверное, мелкий камушек. Но это уже реально вот Черное море даже, мне кажется, напоминает. Здесь приду обязательно, короче, вот тут надо обязательно будет искупаться. Ну, я думаю, у Атланты это по-любому пляж еще лучше. А может, это и есть, кстати, пляж Атланты. Смотрите, ступеньки идут и в ту сторону. Плохо, что я сюда попал, когда уже темно. Такие интересные места. Утопия. А утопия что, получается, вход в нее здесь, да, где-то? Даже без понятия, где в нее заход. Я думал, там дальше где-то. Короче, вот эти места обязательно осенью мы исследуем. Я хочу туда пройти, за вот эти все конструкции. Там вот канак много всяких. Хочу пройти к горам туда или посмотреть. Блин, я не помню, договорил или нет. Марин, если смотришь это, напиши, а вот тут бы ты хотела жить. Блин, ну реально ж почти тот же Авсалар тебе по многолюдности, по природе, по тому, что людей почти нет. И, ну, только ближе ж гораздо к Алании, блин. О, автобус идет оттуда. Значит, утопия — это заезд туда наверх, я уже понял. Где-то там у нее заезд. Смотрите, какая дорога красивая. Турция. Как все просто, да? И как все красиво, и как все удобно для водителя, для пешехода, да? Смотрите, красота какая. Далеко нам еще до Турции, друзья. Не, есть, конечно, нормальные дороги, такие же, может быть, и в России, и в Украине, но их очень мало. Вот автобус, который едет сейчас, я так понял, с утопии, скорее всего. И потом еще я хочу изучить вот там вот пляжи, которые уже за утопией, туда уже, в ту сторону. Обязательно тоже доберусь туда и покажу, какие там пляжи. Там есть места, там идут заросли бананов, пляжи, бананы, пляжи. Да, Атланта — это может даже и троечка, потому что с виду она совсем такая, как бы, скажем так, небольшая. Но я думаю, в ней супер. Ну, по морю однозначно в ней супер. А тут вот еще можно, наверное, купить недвижимость на стадии строительства. Вот два, я думаю, они единственные два. Их много, наверное, еще здесь строится. Так что... Люди, очень рекомендую Карбиджак, честно. Это никакая не реклама, это вот реально. У меня спрашивали за 8 месяцев моей жизни здесь, у меня постоянно спрашивают лучшие районы. По морю однозначно Карбиджак для меня теперь. Это просто не подлежит никакому сомнению. Купался я там в 20-х пляжах, на 20-х пляжах на Клеопатре, но... Что-то вот я там уже не был месяца... А, ну там корабли, вы понимаете, дальше кто понял, тот понял, не буду озвучивать. Вот, а вообще, вы знаете, все больше отзывов, к сожалению, пишется от отдыхающих, которые по 5, по 10 лет на пляже Клеопатры в разных, скажем так, вещах. Клеопатра в этом году, к сожалению, испортился пляжик. Во-первых, там нужно песок заново насыпать, потому что там, где был нормальный песок, там сейчас камни, плиты обнажились. Я не знаю, сколько там, конечно, в каких количествах засыпается сюда песок, но, наверное, на несколько лет это делается. И сейчас вот этот срок пришел, будем смотреть, будут ли что-то делать с Клеопатрой зимой или когда. Вот, плюс корабли. Вы понимаете, что они делают. Плюс на пляже слышал часто замечание, что мусор плохо убирается. Хотя коммуналка работает великолепно в Алании. Тут просто нельзя не похвалить. Но вот на самом пляже, видимо, не так великолепно, как возле пляжа. Ну, в общем, постоянно люди расстроенные, к сожалению, пишут отзывы про пляж Клеопатры. Ну и вода немножко другая. Да, вода классная. Там вот на Домлаташе в начале, потом туда ближе к Алании, за 22-м пляжем.
Но здесь вода, она все равно другая, у нее цвет даже другой, она, ну, не такая. В Хараджаке, вот именно для любителей моря, еще раз повторюсь, это просто рай. А вот кто может вот здесь вот купить себе квартиру, я вам, люди, завидую. Sunny Hill Residence. Вечером, да, вы скажете, а что здесь делать вечером? Ничего, вышли, сели в автобус и поехали в Аланию. И спокойно вернетесь в 12 ночи. Классно, конечно. Все, уже темно, наверное, надо завязывать мне. Эту съемку заканчивается. Hill Kent Villa Larry. Кто не хочет по мосту идти, вот вы видели, как я обошел, есть переход. Да, сюда я еще не заходил, такие места интересные открыл. Все, спасибо всем за внимание. Не надо мне там закидывать, что я на Махмутлар что-то наговариваю или еще на что-то. Махмутлар я тоже люблю по-своему, но не по морю, потому что купаться там невозможно. К сожалению, а море само по себе там классное. А вот заход в него. Когда машин нет, тут, конечно, рай вообще. Тишина, спокойствие. Вот остановочки. Справа остановка. Вам уже ничего не видно. Все. Заканчиваю съемочку, друзья. Спасибо за внимание. Всем пока. Привет из Каргиджака, Алания. Сегодня 18 у нас сентября. В Алании только начинается сезон. Именно классный сезон. Настоящий сезон. Не жаркий. Вот. Все. Всем хорошего отдыха. Кто едет сюда в сентябре, октябре, ноябре. Пока.